Уважаемые соотечественники, в летописи нашей Родины много великих дат и побед. Но победа в Великой Отечественной войне занимает особое место. В каждой семье есть предки, которые соприкоснулись с этой войной, воюя на фронтах, трудясь в тылу или побывав в оккупации. И именно поэтому о празднике Победы говорят как о празднике со слезами на глазах. Есть чувство гордости, гордости за великое преодоление, большую победу. И есть чувство горести за те утраты, которые понесла наша страна. Дорогие друзья, в этот светлый праздник желаю вам и вашим близким счастья, здоровья и успехов. Берегите себя.